Командные штабные учения начались с видеоселектора. К большому совещанию по видеосвязи присоединились все районы края. Затем прошли отдельные совещания по муниципалитетам. В заседании Сочинской КЧС принял участие мэр Анатолий Пахомов, главы районов, руководители городских управлений. Были обозначены главные задачи командно-штабных учений и отработан алгоритм действий в случае возникновения крупных катастроф техногенного характера, а также пожаров и наводнений. Надо проводить обучение. Прямо на месте. Мы начинали это делать. Там, где делали, там получается неплохо. Та же Кепша, та же Красная Поляна. Там, где мы проводили учения, делали как будто вот как эвакуировать, автобусы подгоняли. Там глава сельского округа все правильно делает. Был заслушан отчет каждого из четырех районов. Были уточнены планы гражданской обороны, количество привлекаемой техники, озвучены маршруты эвакуации населения в случае ЧС, а также пункты питания и временного размещения условно пострадавших.